А вот в зоопарке Екатеринбурга на погоду не жалуются. Из-за жары животным устроили сладкую жизнь. Чтобы белые медведи легче переносили зной, им в рацион добавили мороженое. Только вот не клубничное, не ванильное, а рыбное. Морепродукты с овощами замораживают в воде и такими весомыми брикетами кормят косолапых. Мишкам такое угощение явно пришлось по вкусу. Предприимчивые Айна и Умка уже придумали, как быстрее добраться до сладенького. Они топят мороженое в воде. Однако жара для них вовсе не мука, готовы развеять стереотипы в зоопарке. Ее медведи переносят спокойно. Самка круглые сутки плещется в бассейне, а вот ее сосед и этого делать не спешит. Воду недолюбливает и купель обходит стороной. Ветеринары из-за слишком высокой температуры стали тщательнее следить за состоянием животных. В поилки добавляют больше воды и стараются оградить питомцев от заботливых посетителей. Посетителей не кормить наших животных мороженым. Ну, конечно, вкусно для людей, но очень вредно для наших питомцев. Поэтому кушайте мороженое сами, и не переживайте о наших питомцах, мы им тоже даем вкусняшки.